У меня аж слезы на глазах пошли. Это реально минералка. Серьезно? Мы вышли из кишлака Рузвай и дошли пешком до следующего кишлака. Опять жара, пыль. Мы идем с яблоками. С одним водителем мы проехали сразу много расстояния. Всю дорогу смерти, как называют ее. Нас подвез Саид через самый опасный участок. Лиза схватила, по-моему, солнечный удар. И очень плохо. В Зевардаште мы, короче, поехали купаться в район Рушан. Искупались в очень холодном озере. Там просто ледяная вода. Ух, у Антона перебарывается первый страх. Антон, не туда, обратно, а сюда. У меня аж слезы на глазах пошли. Кайф, кайф, кайф. Счастье. Потом это самое. И встречайте добрых людей только. Как вы. Хорошо? Да. И пусть дорога вам будет открыта везде. Пусть такая выжимская. Хорошо? Да. Это был кишлак Зевардашт, где живут очень хорошие люди. Мы были тут две ночи, теперь отправляемся дальше в сторону Мургаба. Мы везем отставшего от группы корейца. Hello. Мы в кишлаке. Здравствуйте, мы в кишлаке Дербаста. Здесь мы в гостях у Навруза. Он очень гостеприимно нас принял. Он дал нам помыться в бане, сауна. Ага! Я с маленьким теленком. Вот такие вот они у них только вырастают. Еще побольше чуть становятся и все. Не сильно жирные на помере коровы и телята и вообще. Вот о, такой, вот он, вот такой, вот он, вот такой. Заяц, смотри. Ты че? Да. Помогаем в гостях. Кто думает, что мы только дармоеды, мы еще и помогаем людям.
по дому. Так выглядит сеновал на Памире. Внизу сено. Здесь висят шкуры животных, сушатся. Здесь какой-то старинный мотоцикл. Не знаю, какой марки. И кизяк. Это сушеный навоз. Им потом топят печь зимой. Благодарим всех, кто отправляет нам донаты. Вы очень помогаете нам, потому что мы путешествуем без денег. Если вы хотите поддержать канал, в описании под видео и в закрепленном комментарии будет номер карты. Если с другом вышел в путь, если с другом вышел в путь, веселей дорога. Без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. Здесь уже не так жарко. 3 недели у нас была жара, 40-45 градусов, а здесь очень прохладно. Шли-шли, и ребята, вот дальнобойщики, нас угостили арбузом. Вообще классно. Нам в ютубе написала подписчица, чтобы мы посетили ее родителей. И сейчас мы уже здесь, в кишлаке. Турбат. Мы только по одному имени ее и отцу. Названию кишлака нашли их семью. Да, даже фамилию не знали. Вот настолько кишлаки знают друг друга. Все общаются между друг другом, все друг другу, брат, сестра и друг. Да, пишите, и мы придем к вам в гости, если это будет недалеко. Да. Сейчас идем за это ущелье, там полезный источник нарзан. На Памире эта ягода называется шлизма, у нас смородиной. Но вкус очень сильно отличается, но выглядит даже листочки как смородины. Мы пришли. Это горная минералка. Мы пришли к месту, где течет очень полезная это вода. Это минералка. Это горная минералка, это реально минералка. Серьезно? Офигеть! Я в шоке, я в самом деле в шоке. Я думала, это обычная вода какая-нибудь будет, а это на самом деле минералка. Я еще такая не верила, думаю, да, там вода необычная, просто лечебная, а это минералка на самом деле, как у нас в магазинах. Только она настоящая, как никого. Офигеть! Сейчас мы были в Турбате,
Одна подписчица написала нам о том, что мы пришли к ней в гости, к ее родителям. И мы оказались совсем недалеко, 5 километров дальше ушли. И мы ради этого вернулись пешком. И у них побывали в гостях, очень гостеприимная семья. Да. А еще мы сходили на нарзан и попили настоящую минеральную водичку. И с собой еще набрали. Да. 0,5 бутылочку. Навестить вас. Навестить. Здорово. Мы вместе едем. Как жизнь? Гости. Так живут люди среди камней. Вот так вот живут среди камней. Кишлак Патху. Вот он кишлак Чарсем. Ничего нового, это с хозяйством работаем. Вот мы прошли кишлак огородами, домами, и начинается подъем. У нас проводник 16-летний, и сейчас будем подниматься вот туда, в гору. Лезем уже больше часа. У нас нет воды. Надеюсь, там вверху есть вода. Вот черная смородина в горах на такой высоте. Мы нашли воду. На самой горе здесь вода течет. Вода. Вот, цветы. Очень вкусная, чистая горная вода. Нормально-то вообще.
выбрали путь. Ах, путь дорожка. Хорошая дорога. А? Очень хорошая дорога. Угу. Когда падаете сожжение. Аж до дома долетим. Пой слух. Мы спустились с горы. Он с тех задних гор. Да, очень тяжелый спуск. После источников мы отправились дальше. Пошли пешком, и нас один человек на такси-автобусе сам остановился. Вот такси-автобус. Да, сам говорит. Давай повернемся. Потом мы доехали до места, где он живет, и он такой говорит: а пошлите ко мне. Мы хотели выходить и дальше. Нам понравился Шунанский район. Шунанский район, мы даже были в гостях. Да, мы уже были в пяти кишлаках. Шунанский район. Вчера нас подвез один водитель. Вчера мы шли по дороге, очень долго шли, километра 2 или 3, да? Шли. И нас подвез один водитель. Он довез нас до своего кишлака, мы хотели выходить, но он сказал: останьтесь сегодня у меня. Очень поздно, поэтому переночуйте у меня. Мы переночевали у него. Оказывается, у него есть свой горячий источник, и он нам сказал: исходите, искупайтесь. И мы сходили, даже искупались в его источнике. Представляете, в Джиланди нас пригласили вот в такую вот сауну. А вода — серный водородный источник, полезный. Вот такие дела. Мы сейчас с Лизой будем здесь купаться одни. Thank you.